Интересуемся мнением о работе губернатора Саратовской области. 2 года в должности. Что получилось? Что не получилось? Ну, есть сдвиги, но я хочу сказать, надо еще лучше проработать районы, которые дальше от города. Вот тут немножко есть такое. Ну, имеется в виду от центра города. От центра города, да. А так, в принципе, стало вроде чище, но мусор не вывозит сегодня. Я не знаю, кто виноват, ТСЖ виноват или что. Но все равно губернатор должен все вместе собирать все вопросы. А так, спасибо ему, стало чище. Вообще без понятия, что у него получилось, что не получилось, но дороги реально лучше стали, дворы чище. А остальное не знаем. Губернатор вступил недавно в свою должность. Молодой, активный, здоровый, интересуется всем. Говорят, много людей у него принимает в кабинете, он всем какую-то помощь, естественно, оказывает. Я думаю, у него все впереди, удачи ему пожелаю. И всего доброго, чтобы наша Саратовская область процветала, и чтобы это было для всех. Тоже требовательный стал к этому, к окружению своей, в окружении своей, во власти. На что обратить внимание? Чтобы вот действительно поликлиники и школы были открыты вовремя. Вот. Я знаю, что нужно обратить внимание на дворы и вот на это вот все, что делается в парках. Чтобы было людям достаточно, и чтобы приятно было, и чтобы было хорошо во дворах. Сейчас не очень? Не очень, но вот видите, как было. Вот в прошлом году это было засажено, теперь это все не засажено. Ну и хочется, чтобы он дальше работал хорошенечко, чтобы держал всех в рукаве. И чтобы было ему все хорошо. Ну и мы бы его поддерживали тоже. Интересуемся мнением о работе губернатора. 2 года Роман Викторович Бусаргин в должности. Как считаете, что удалось, что не удалось и что порекомендуете? В целом преображается, конечно, город Саратов. Но что огорчает? Вот в прошлом году сделали набережную. Вот в этом году смотрю, уже на спусках все отваливается. И набережная совершенно не чистится. И вот думаю, куда бы написать, кому бы сказать. Неправильно это. Вот такое у меня пожелание. Чистоты не хватает вообще. Видимо, так всегда было. Пожелание ему. Очень непростой у него участок труда. Сил, финансовой помощи, поддержки. А так симпатичный мужик, мне нравится, хороший. За эти 2 года, мне кажется, все видят существенные изменения в городе. Он расцветает, становится ярче, красивее. Что касается набережной, новых стадионов, объектов инфраструктурных, меня пока все устраивает. Что-то порекомендуете? Вы на что-то еще обратить внимание? Ну, я думаю, наверное, это придомовые территории, потому что мы ездим по всему городу и видим, как, в каком плачевном состоянии до сих пор они находятся. Тротуары сделали, но этого мало, надо двигаться дальше. Вроде бы неплохо, старается, но пока грязный город, студентов очень много, и они свое мнение о чистоте развозят по всей России. Я вот живу на Белоглинской, ну просто переполненный контейнер, рядом валяется. Это все воспитывает людей. Сами понимаете, с отрицательным знаком. Вот поэтому... Вот над этим надо еще работать. Ну и вообще стремиться побольше привлекать инвестиций. Предприятия должны быть. Столько людей без работы. Ну, настоящие продавцы и водители, остальное все. В былые времена Саратов был промышленный, сильный город. Вот вернуться бы к этому. Самый лучший губернатор за все... времена наши. На что-то обратить внимание, порекомендуете, чего еще не хватает? Вот там говорят, на дворы, социальная какая-то инфраструктура, что-то еще может быть? Да, все нормально. Ну, губернатор знает, что делать. Ну, мне кажется, все достаточно хорошо. То есть, нам пока все нравится, в плане того, что сделали. Это, в принципе, тоже. Энгельс в каком-то плане тоже получше стал, более благоустраивают район и все. Ну, давайте будем честны, что может не нравиться молодежи? Это только пробки по утрам. Это, по-моему, никак не изменить. Я вам ничего не скажу.
работает человек, извините. На что обратить внимание, ну, спасибо. На что? Ну, на социальную, наверное, сферу, на дороги прежде всего. По крайней мере, есть отдаленный тот же заводской район, там дороги ужасные. Центр, конечно, ремонтируют. Интересуемся мнением горожан о работе губернатора. Как оцените? Мы не местные, мы приезжие. Как оцените Саратов? Ну, только смотрим первый день. Как впечатление? Ну, Арбат прекрасен. Да, здорово. Очень рада побывать. В принципе, мы саратовские люди, но, к сожалению, вот только второй раз, это вот так вот, краешком. То есть давно не были? Давно не были. Изменилось за последние? Ну да, город, конечно, изменился, очень красивый. И вот нравится, что пешеходная зона, есть где погулять, полюбоваться. Очень прекрасные кафешечки. Очень мило. Рекомендуем больше обратиться к людям. Людям. Вот что вот людям? Помогать. Почему пенсии маленькие, никакой индексации не дают? Вот тот, у кого 30 лет стаж, вообще 30 лет стаж у кого, их они вообще брошены, их приравняли как-то будто бы к бомжам. Они получают по 12 тысяч за то, что они в Советском Союзе работали в бюджете. Ой, не знаю, у нас много чего плохо. Вот в автобусе ехали, даже придержаться не за что. Это же какой-то ужас. Нет, ну и плохо ходит, да. Транспорт у нас ужасный, конечно. Плохо. Ну, то есть проблемы с транспортом. Транспорт что-то, может быть, получилось, что-то удачно. Кто знает. Ну, так вроде, когда хорошо и не замечаешь. Ну да. Когда да. Хорошо что-то, правильно? И в то же замечаешь, время плохо. Какой-то у нас город сонный, вот что. А, ну да, мы, нас разбудить, как это, будто... это очень сложно. И власть какая-то, ну, надо, я не знаю, наверное, больше... Не чувствуется драйва, что ли? Интересуемся мнением о работе губернатора. Что получилось, Роман? Я его совершенно не знаю, действия его не знаю. Так что извините, ребята.